Мировой релиз игры Shades наконец-таки настал. Сегодня, 7 ноября 2023 года. Игра вышла 6 ноября 2023 года. И мы прямо сегодня на нее посмотрим. Игра Shades вышла официально. Я ранее записывал уже по одной, то ли двум даже главам ролики, когда она выходила в бетке, и я в бетку играл, поэтому эти ролики вы можете до сих пор посмотреть на канале. А теперь это мировой релиз. Любой желающий может в нее поиграть, и это самое главное. И сегодня же мы на эту игру посмотрим и начнем, конечно же, некую сюжетную линию, сюжетное повествование на моем канале. Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я начинаю играть в игру Shades. Это мой будет первый, скажем так, официальный ролик, начиная с мирового релиза. И давайте же на эту игру посмотрим. Титан, угроза для нашего мира, был повержен. Тени Мэй удалились в Додзе Сенсея, чтобы в уединении залечить раны, оставленные безумным завоевателем. Даже несмотря на Проныру, который скрывался там же от обманутых клиентов, в Додзе царили покой и гармония. Но кошмары, которые преследовали Тень каждую ночь, давали ему понять, прошлое так просто его не отпустит. Так, и вот это первая загрузка, как я понимаю. Сестра Клинка. Где я? Что это за место? И этот разрыв в небе кажется опасным. Нужно быть начеку. Так, ну и здесь, видимо, тренировочка. Нас здесь обучают, по сути, играть, как я понимаю, да? Тут, скорее, своего рода некое обучение будет. Местная обучалка. А, вроде звук записывается хорошо. В принципе, я его выкрутил так, чтобы было слышно и вам, и мне. И поэтому проблем не должно быть. Не двигайся одним и тем же, короче, моментом, чтобы мог нанести урон и пробить соперника. Но это мы знаем. Кстати, игра очень сильно похожа на Shadow Fight 2. В принципе, она стала более красочной. Это классно. Это место еще более странное. Не видел в нашем мире ничего подобного. Все это кажется нереальным. Должно быть, это наваждение. Осталось понять, кто его наслал. Наваждение. Кстати, сзади вот анимированные вот эти вот, получается, локации. Они немножечко анимированные, и это тоже круто смотрится. Потому что в Shadow Fight 2, по-моему, именно анимированных локаций не было. Была картина. Здесь же все-таки есть анимация. Поэтому сама по себе игра будет более нагружать ваше устройство, нежели чем та же самая Shadow Fight 2. Я опасалась, что ты растерял все боевые навыки, но, видимо, эти тревоги были беспочвенны. Кто ты и чего ты от меня хочешь? Неважно, кто я. А хочу я пока только того, чтобы ты осознал, где ты. Это сон, и тебе нужно проснуться. Но как? Я победил всех, кого встретил по дороге. Это ничего не изменило. Ты ищешь врага совсем не там, где нужно. Что толку в победах над другими, если ты проигрываешь самому себе? И то правда. А, я сражаюсь против самого себя. И по мне аж даже... нанесли урон. Я весьма силен. Не знал, что у меня так приятно меня бить. В общем, там что-то типа того сказано. Но в целом мы побеждаем даже самого себя. Что немаловажно. Я понял, почему я здесь. Теневая энергия, она снова просочилась в мой мир. Я знала, что ты сообразительный. А, так вот это вот... А, голос в голове, это женский род какой-то. Может, тебе даже удастся спасти своих близких? Мэй, сенсей, что с ними? Если они тебе не безразличны, ты уже знаешь, что делать. Просто проснись. Акт 1. Рассеченные небеса. И тут у меня камера отключилась, поэтому нормальная ситуация. Теперь можем продолжать. Пока Тень пытался вырваться из кошмара, жизнь Додзе шла своим чередом. И вот они, анимационные такие, знаете ли, мультики, скажем так. По сути, как будто бы журнал какой-то открыли. Не журнал даже, а комикс. Да, комикс. Комиксовые мультики. Прикольно, прикольно. Ну, не мультики, комиксы. Просто комиксы. Когда небеса раскололись... так, получается, здесь что-то происходит. Проснись, говорю, подъем, теневая, ты башка. Проныра, я почти что рад тебя видеть. А где все, где Мэй? Почти рад он, неблагодарный трутень. Я тут нас спасаю, между прочим. Кстати, Тень здесь говорит, это самое важное. Я тут, и Проныра прав, у нас беда. В небе открылась дыра, и мы успели увидеть, как туда затянуло сенсея. Это должно быть связано с теневой энергией. Я понял вас, я вытащу его. А ну стой, ты же не с голыми руками собрался лезть в дыру в небе. Проныра, будь добр, скажи, что ты распродал не все наше оружие. Где-то тут у меня припрятан сундук, как раз для такого случая. Ага, вот он.
И в сундуке какой-то кубик, 15 штук, какой-то один ключ, 500 рубинов и 5 каких-то кубков. Что это все значит, я пока без понятия. Так, я необходимо докачать аж данных на 57,6 мегабайт. Понятное дело, это, видимо, какая-то определенная подкачка. Видимо, я не все скачал, но русский язык есть. В обновлении 1.0.0 русский язык доступен. В обновлении 0.5.2 русского пакета еще пока не было. Где-то тут у меня припрятан сундук, как раз для такого случая. Ага, вот он. Да, поэтому к чему я это все веду, то что у некоторых, возможно, ярлыка язык еще не будет, потому что вы просто не скачали новую версию игры, поэтому обязательно на нее обратите внимание. А, простой сундук, вот для чего мне нужен ключ. Может содержать предмет обычный, да, обычный плюс. Ну, я ранее уже играл в эту игру, поэтому я по большей части представляю, что из себя представляют, опять же, сундуки. Вот тут монетки, еще можно за рекламу посмотреть, но это чуть позже будет. Экипируем тебе оружие, и можно будет спасать сенсея. Так, ну давайте попробуем. Нужно перетащить или просто класснуть? А, класснуть и надеть. Здесь даже написано то, что при синей прокачке урон в голову плюс 7,5%, при фиолетовый урон по боссам плюс 5%, каждый следующий удар в комбо наносит плюс 10%. Это неплохо. Я покажу, куда исчезть сенсей. Поспеши. Так, ну и прямо сейчас акт первый. Пробуждение. Сенсей исчез в зловещем разломе, открывшем в небе возле додзе. Только тень может найти и вытащить его. И тут кнопка то ли play. А, это проиграть снова комикс, я понял. Я думал, это кнопка ютуба какая-то. Можно посмотреть анимационный фильм. Ладно, файт. Тут 10 этапов, как я понимаю, нужно всех 10 пройти, насколько я помню. И здесь, как в Shadow Fight 3, например, в каких-либо ивентах, будут даже даваться вам разного рода способности, которые будут вам помогать. Вот, выбор оттенка. Теневая энергия нестабильная, хаотическая, и я чувствую, что она может сделать меня сильнее. Эти узлы энергии словно отголоски. Нет, оттенки. Оттенки того, каким я был и могу стать. Нужно лишь протянуть руку, и любой из этих оттенков станет моим. И я стану сильнее. А, и вот тут неприступность, наверное, выбрать стоит его в любом случае, потому что он фиолетовый, он крутой. И я не прочел, что он значит. Ну, бывает, бывает. Сейчас, конечно, прочтем. Может, он не самый крутой был. Надо было все-таки постоять, посмотреть. Так, защищаемся. Хорош. А, отходим. И здесь вот такой вот разворот. Он меня останавливает. Как он посмел. Так, и теперь мы добиваем его. О, времени, кстати, 41 секунда остается. Снова выбор оттенка. Критический урон плюс 50%. Каждые 10 секунд атака пробивает блок и наносит плюс 20% урона. Давайте неизвержение выберем. Тоже фиолетовая штука. Классно будет. Больше критов наносить будем. Да, смотрите, всего-то 3 удара и уже минус чел. Прикольно. Прикольно. Нет, очень быстро его одолели, кстати. Я думал, будет по не так серьезно. Все золотое! Вы восстанавливаете 15% здоровья в начале каждого боя. Первые 10 секунд боя вы игнорируете атаки противника и не получаете от них урон. Когда должны проиграть, иммунитет к урону на 10 секунд. Давайте бесплотность выберем. Мне восстановление поскольку постольку, потому что я думаю, что буду добивать всех быстрее 10 секунд. Да, смотрите, у меня еще и оболочка такая появилась, довольно интересная. По мере потери здоровья урон атаки растет до 30%. Давайте критический урон увеличим, он нам нужен. Каждое четвертое попадание в блок пробивает его с 20% уроном. Кстати, вот эти кубики, они обновляют оттенки. Ну, может, вам какой-то другой нужен, и кубик в этом поможет. Поэтому, понятное дело, для чего нужны эти кубики. Так, так, так. Воу. А что это у него включилось? Защита какая-то. Но я за 6 секунд его одолел, поэтому все было очень быстро. Вы получаете щит каждые 15 секунд. Давайте критический урон дальше. Пускай у нас растет уже на 50%. О, раскрутить. Стоп, а что? Ну, давайте раскрутим. И тут выскочила реклама, как я не догадался на деле. Странная тема, неожиданный удар. Водоворот тайн был получен. Я не знаю, что это такое, но ладно. Я раскрутил, и, видимо, это хорошо. Так, ниндзя какой-то становится... Ниндзя становится все серьезнее и серьезнее. Мне уже, возможно, моего щита не будет хватать. Но нет, за 8 секунд пока что проходим. Идеально, все идеально. Критический урон плюс 100%? Нет, но это 100% нужно выбрать. Чтобы было плюс 100% критического урона. Каждый удар получается критический, что ли? Так, так, так. Ниндзя-бастион. Так, хорош, хорош.
Ой, у него защита врубилась. А вот все, у меня слетает защита. Да-да-да, видите? Прошло 10 секунд, но в любом случае мы на перфекте победили без особых проблем. Так, каждое четвертое попадание в блок пробивает его. Вы получаете щит, каждое здоровье увеличено на 10%. Давайте здоровье выберем. Я и так квитами бью, поэтому нормально. Мои раны заживают на глазах. Поразительное место и такое спокойное. Здесь у меня есть время подумать о том, что произошло. Эти оттенки, не видел ничего подобного раньше. Они усиливают меня, но каждый раз по-своему. Они как будто раскрывают то, что уже есть во мне. Некоторые из них сочетаются друг с другом и делают меня сильнее. Я должен научиться правильно выбирать оттенки, если хочу выжить и во всем этом разобраться. Так, ну и получается, я прямо сейчас восстанавливаю здесь здоровье. Прикольно, теперь оно у меня полное. Так, неплохо. Неплохо, а я-то еще взял перк, оттенок точнее, на то, чтобы у меня еще больше было здоровья, чем у меня есть, что немаловажно. Так, ну по мне сейчас урона не нанести. Отлично, я, по-моему, победил, и по мне даже урона не нанесли. Ну, здоровье, по крайней мере, я не потерял. Урон плюс 20%, при успешной атаке врага ему возвращается 10% урона, 100% урона. При успешной атаке врага. Ну, возмездие, кстати, можно было выбрать бы, но я выберу все-таки просто обычный перк на увеличение здоровья. Почему нет? Или стоп, или что я там выбрал? На увеличение урона, не здоровья. На увеличение урона. Не знаю, насколько я больше урона стал наносить, но мне кажется больше, мне кажется больше. Да, я в принципе, опять же, на перфекте победил, хотя по мне, скорее всего, был нанесен урон, но все же. Критический урон плюс 75%, он у меня и так сотку, куда дальше. Ну, давайте выберем. А, и вот он, сенсей, фига себе, это первый босс получается у нас. Ничего себе, сенсей, я нашел тебя. Не следовало, я не намерен возвращаться. Ты заражен теневой энергией, разве не чувствуешь? Вижу, поэтому я и остаюсь. Мне открылось многое. Неважно, что там тебе открылось. Хочешь ты того или нет, я тебя верну. Так, ну не знаю, как он вернет, конечно. ХЗ, что такое ХЗ? А, это X3, наверное. ХЗ. Ладно. Это X3, видимо, у него три полоски здоровья будет. Возможно, это и ХЗ было. Неплохо для разминки. Ой, какое замедление, дичайшее прям. Воу! Я вот тут вот затормозил немного, и он по мне нормально так урона нанес. У него, да, у него кулаки горят, он по мне прям... Он прям по мне бьет очень серьезно. Ты серьезно? Похвально. Ну, спасибо за похвалу, такое ты по мне сейчас можешь урон нанести, нет. Нет, нет, пожалуйста. Нет, он меня победил, реально, что ли? А давайте бесплатно восстановимся. Попробуем еще раз сразиться против сенсея. Надеюсь, в этот раз у меня все получится. Прямо сейчас анализируем, как я буду атаковать. Так, хорошо, хорошо. Первая полоска пошла. Так, минус первая полоска. Ты чему-то научился, неплохо. Ну, не сказать бы, потому что защита-то у меня слетает, но я... Научился не вдуплять и сразу же атаковать после вот этого вот замедления. Потому что я раньше стоял и вместо того, чтобы урон нанести, я просто смотрел, что не есть хорошо. Так, так, давай, атакуй. Блин, он отходит, зараза, но мы победили. Я поддался теневой энергии, да, знал же, не стоит прыгать за иглой. Игла? Мои проныры говорили, что тебе сюда затянуло. Я похож на человека, который позволит себе куда-то затянуть? То-то же. Но давай вернемся в додзе. Это место, оно сводит меня с ума. Так, получается, я смогу плюс 15 рубинов за просмотр рекламы получить. Неплохо. И да, я получаю 15 кристаллов. Супер. Поэтому забираем полностью все, что только можно. И я перехожу на второй левел. Нравится вам наша игра? Нравится. И, видимо, да, нужно написать отзыв, как я понимаю, да? В общем-то, я написал отзыв, теперь, видимо, можно его отправить. Да, отзыв отправлен, спасибо за фидбэк, мне написало, и прямо сейчас я должен получить свои... Да, 100 рубинов, отлично, я их забрал. Сенсей, ты в порядке? Вполне, хотя тень мог бы обойтись со мной полегче. Главное, что ты здесь, и никому больше не нужно лезть туда. Нужно, игла все еще там. И это значит,
что где-то там же и Орден Ассасинов. Я обязан выяснить, что они замышляют. Там у меня было, возможно, видение. Не знаю, что именно произошло, но в тот момент я был уверен, что стал частью чего-то большего. Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного, и это настораживает. Я прошу тебя выяснить, что происходит, мой ученик. Орден менялся и становился сильнее, но Рысь понимал, что время на исходе. Так. И что это значит? Награда за первую покупку. Соверши любую покупку минимум на $3.99. Да, спасибо, спасибо. Может быть, когда-нибудь. Классная награда, кстати, да, не отрицаю. Лавка оружейника дает за 2 бакса отличное оружие. За $4 можно бронированного самурая получить. У тебя есть все необходимое для того, чтобы улучшить снаряжение. Не будем терять время. Да, я только не понял, это весь мультик был? Это то, что вот орден становится сильнее и рысь в голове? Видимо, да. Видимо, так и есть. А собрать я не могу нормальную награду. А, наверное, это потом можно собрать будет, когда я дальше по акту пойду. Это потому что глава вторая, акт первый, на острие. Сенсей спасен, но игла скрылась. Она наверняка знает, что происходит, и задача тени найти ее. Нам нужно найти иглу. Так, что я могу сделать? Я могу улучшить данный предмет. А максимальное улучшение я тоже могу сделать? Улучшить дальше, дальше, дальше. Интересно. Вообще, кстати, да, тут вот все, я максимум улучшил. Не знаю, правильно ли я сделал, может, лучше бы я броню тоже улучшил. Но, видимо, это уже не важно. Это уже не важно. Кстати, нет, у меня есть отдельные... Тут отдельные идут ячейки для брони, поэтому можно и броню улучшить. Видимо, так, да? Да, все, броня улучшена. А шлема вот нету на прокачку, поэтому, ну, пока так вот, пока что так будем играть. Ну ладно, давайте попробуем, что будет прямо сейчас. В принципе, нам нужно до иглы, как я понимаю, дойти, поэтому постараемся это сделать прямо сейчас. Первый раз я проиграл, получается, потому что там, видимо, нужна более серьезная прокачка, но мне написала искательница: ты продолжаешь не жалеть себя, если эта динамика продолжится, то грядущее ты встретишь травмированным. Грядущее что? О чем ты говоришь? Из своей библиотеки я могу наблюдать за многими событиями, но мои возможности не безграничны. То есть ты не знаешь? Я знаю, что недооценка способности иглы может привести к провалу. Советую выработать стратегию борьбы с ядами. Яды? Значит, понимает, что в честном бою у нее нет шансов? Значит, боится. А тот, кто боится, уже проиграл. Дружище, в фонаре накопилось золото. Люди благодарны тебе за покой и защиту. Не стесняйся, забирай его. В каком фонаре? А, вот в этом? Фига себе! А дополнительная награда что значит? А, это если я вот так нажму, вы можете собрать награду за 360 минут. Стоп, так это получается моя обычная награда. Дополнительная, это если я бесплатно еще нажму на клавишу «Посмотреть рекламу». И да, смотрите, я получил доп-награду, а это, кстати, неплохая награда. И я могу еще забрать обычную, дополнительную. Нет, прикольно, прикольно. Я теперь могу прокачать, получается, оружие, чуть серьезнее его сделать. Улучшаем на максимум броню и даже улучшаем максимальное улучшение шлема до 5 левела. Теперь я стал еще круче. Теперь-то я 100% все пройду. Наверное, я не уверен на 100%. Но попробовать стоит. Меня снова, к сожалению, разнесли, и я пока что не могу пройти данную главу, поэтому тут небольшие проблемы. Когда этот боец впал в ярость, не по себе стало даже мне, но я уверен, что в следующий раз ты сможешь победить. Вот такая вот тема. Ученик кузнеца за 99 центов тоже предлагает какую-то штуку. Какую-то штуку снова мне предлагает, но нет, я пока не готов. Я пока не готов, давайте улучшим... Все-таки броню, пока есть возможность. И мне выпал еще шлем 23-28, когда здесь 111 атака. Здесь под защиту и здоровье параметры даются, что, конечно же, наверное, отчасти хорошо. Но мне атака нужна больше, это 100%. И да, чтобы продвинуться по второй главе, требуется какое-то определенное время. Вообще здесь в акте первом 6 глав. И в целом, я на данный момент вот думаю, либо на этом моменте завершить ролик и уже
скажем так, со следующего видео начать уже основной сюжет, скажем так, нормально, без каких-либо косяков, либо все-таки здесь еще пройти вторую главу. Все-таки это времени занимает немало. И я, может, в этот раз не вывезу. Все будет зависеть, конечно же, определенно от оттенков, которые мне будут попадаться. Поэтому давайте я последний раз попробую. Если и сейчас проиграю, то уже в следующем видео мы пройдем иглу. Если дойду до нее, то будет очень круто. Поехали. Снова, ребят, не вывез, но зато посмотрел около 10 реклам, залутал разные штуки. И, в общем-то, отлично, я считаю, не так уж и плохо все. Дальше я буду, в принципе, качаться. Уже, я надеюсь, завтра выйдет новый ролик. А на этом пока что все. Я думаю, здесь мы все, в принципе, поняли. У меня подлагивает немножечко игра, потому что вот не вывозит маг на данный момент записи. Ему нужно тоже немного подзарядиться, поэтому все идеально, все супер. И, в общем-то, пишите свои комментарии и отзывы, как вы считаете, игра классная либо нет. Мне понравилось. Рогалики — это классная штука. Единственное, что они рано или поздно надоедают, но я уже, по крайней мере, в один рогалик играю. Называется этот рогалик Mortal Kombat Mobile. Там, по факту, ты делаешь одни и те же действия на ежедневной основе, поэтому эта игра не исключение. В принципе, мне такого рода игры, они нравятся. В них есть некий плюс, вот. И поэтому здесь мы то же самое будем делать. Изо дня в день проходить одни и те же бои, чтобы как можно лучше прокачать свое снаряжение и сделать его золотым, легендарным. И в этом нам, конечно, потребуется немножечко времени. На этом. На данный момент советую всем, конечно же, пытаться лутать рубины, потому что со временем их лутать будет сложнее. И уверен, что пока что игра только новая, и поэтому нам дают и там заработать рубины, и там за комментарии их получить, и 15 рубинов получить за обычный просмотр рекламы. Это классно. Но со временем, возможно, эту всю фишку урежут. Кто знает. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.